Вот вы спрашиваете, почему я не выкладываю видео, а мне было некогда. Я занимался сбором кедровых шишек. Начинается первый день охоты. Нормальные люди давно на зорьке, а я решил проехать по этой чаче. Но понял, что я здесь не проеду. Придется тащить, короче, лодку вот так вот. Волком. Ну даже втроем мы не можем сдвинуть с места. А тащить нужно вон туда. Давайте, бурлаки. Давайте. Поехали. Давай, мы должны специально для подписчиков стронуть 360 килограмм. Во! Еще половина. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце мое, сердце просится домой, домой. Твой ветер над бараками, пыль-пыль над мраками. Домой, домой, пора домой. Домой, домой, пора домой. Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Нет сырья руку девичью в руках держать. Пуля просвистит пронзительно, кричит презрительно. Плевать, плевать, на все плевать. Я опять надеялся, что бой, последний бой. Ждут они, пока приказ придет домой. А мне патронов, говорят, нету, домой. Вот и пакует радостно, и запахнет воздушно. Домой, домой, пора домой. Наконец-то солнце прячется за той горой. Наконец-то скоро встретимся с землей. Голуби подкуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Попаги, устреляй, попаги! Голуби подкуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, пора домой. Семь раз стрельнул. Домой завтра поедем, ёбало. Ёбнели, ёбки-ёбки. МР-55. Домой, пора домой. Семь раз стрельнул. Ну что, а как ты стрельнул? А у меня заряжать надо. В общем, это, Тузик, снимаемся. Мы тут, в общем, поехали на охоту после сегодняшнего дня на самодельном вездеходе. Все, пока.